Косовато, давай. Алим Пактахур, давай. Все, мне надо бежать, потому что сегодня у него. Да. Я кину сейчас, дай пару грамм. А? Никакой грамм. Поэтбек, все, устал. Это будет гол. 14 номер. Помоги мне на последнюю игру. Кто играет? Тут запись идет уже? Да, идет запись. Кто играет? Алим Пахтахор. А кто в манишках? Германия играет против Пахтахора. Пахтахор выигрывает. Что, Владимир, хочешь покомментить матч? Ой-ой-ой, какой проход. Скидка. Ой-ой-ой, реф, фол. Надо свистеть, реф. В одной команде играют они. Они играют в одной команде, я лучше голкипер, я ни одного сегодня не пропустил. Полностью голосование. Я возле него. Возле в порядке. По-моему, ни разу не пропустил. Ни разу не тащил. Вратарь у вас практически не играл. Он не играл. Это же ты напускал там. Ну, блядь, ну у меня хотя бы статистика лучше, ёпта, брат. Так, Жека, смирись. Ой-ой, что, покомментить пришел, да, Игорь? Ну, просто посмотрите. Так. Вот это выглядел прям как Жека. Ой-ой-ой, борьба за мяч. Камера еще ни разу не подлетала? Нет еще. Сольный проход, ничего себе. Подкатище. Пас единалит. Все, контратака. Нет, не получится. Ударище. Ой. О, сейф, ничего себе. Засейвил. Жека, конечно, покруче стоит. Вот концовка первого тайма. Я там в подкате выбил, а потом кто-то на добивании жив. И тут, когда мы играли, то тоже чувак проходил, жух, вас прошел, я, блядь. Че, Слава, будешь комментировать матч? Подача углового. Я вынос. И... Че будет? Ой. 22-й номер. 22-й номер. Сейвище. Сейвище. А как твой вратарь зовут? Я не знаю. Голкипер. Голкипер отбивает мяч. Выносит вау. Собрались, начали пытаться играть. Так, че там? Это первый или второй? Да не первый, сделали, команда только что сыграла и опять играет. Ну да. Так они просто опоздали. Эй, короче... Они сами потом. На свай продаете в камере там? Тут снимают. Ты не в камеру это говори. Камеру нельзя. Я тебя засниму, чтобы тебя потом нашли. Навес! Ой-ой. Ничего страшного. Знаете, что это будет со звуком? Все. Да, я знаю. Мы тут не первый раз как бы участвуем. Мы... Жека. Третий. Жека. О, три. Жека. Опасный момент, опасный что, момент. Гол будет? Удар, гол. Нет. Не... Ой, перекладина, как с метра-то? Не забиваю. Почти забили. Леха ушел, да. Лех, что-то долго. А вот... Беги быстрее! Как это напоминает, это наш команда. Илюха! О. Как он не забивает? Че, раз в сто, да. Ох ты ж! Хороший навес и никого там нет. Смотри, в ворота закручивается. Ворот, голкипер разводит. Стрил? Илья уже Леху напомнил. Леха здесь. Голкипер разводит. Звонит? Разводит. Звонит. Прям. Кому он звонит? Ты точно это, нас ничего не подправлял? На свай. Все записывается. Засни лицо. Бери. Заснял. Можно? Блин, сейчас я тебя засниму. Меня уже засняли в матче. Ой-ой-ой. Опасный момент, опасный момент. И удар, гол! Ну, блядь, как так? Согласен, Саша сказал. Напоминаю то, что... О, гол! Ничего себе! Гол. Напоминаю, что... Это высказывание сказал Циглер Вадим. Миша! Миша! А кто повел?
Играет в защите, а пусть разыграет. Кто забил? Играет в нападении. Нет, а Миш, команда. Ты защитник, ты не нападающий. Команда какая? А, что ты кричишь на меня? Олим, Олим. А, Олим повел один. Покрутишь? Правые. Лёх, подойди сюда. Сюда иди. Можно? Дай. Можно? Можно? Я сейчас с камеры такого протяну говорю. Давай домой. Жек, Жек, подойди сюда. Надо что-нибудь про Лёху сказать в камеру. Давай. Ну. Не в камеру, а просто рядом подойди. Значит, Жека, тут, короче, Раш, походу, третье место занимает. Да. Как вы оцените игру Алексея Худякова? Ну, неудовлетворительно, на самом деле. У кого он там играл? Центрального защитника? Да, центрального защитника, хотя удалась бы игра, не знаю, центр-форварда. Обычная его позиция. Уверен? Прежняя, ну да. Уверенно он или играл? Я помню. Первые два матча мы экспериментировали с позициями. Ты играй, да, ты его забай. Я не трогал. Все, все. Я тебя не толкал, просто... Так, нас давай прервали. Давай, Шнет, уже желтый, давай. Нас прервали, да. Вот этому первому. Повторюсь. Также в двух матчах не получилось. Почему? Потому что перестраивали позиции. Да, да. Вот. Игроки не соответствовали тому амплуа, где они играли. Тут рука. Рука. Саня, Жига. А как сыграл Шарыпов Савелий? Это на другом. Савелий, ну он сыграл на своем уровне. Вы знаете, какой у него уровень? Ну да, по первым двум играм, трем играм, с которыми я сыграл с ним вместе. Оцените игру еще одного, считаю, Циглера Вадима. Циглер Вадим, да. Ну, Циглер Вадим, он так же сказать, чтобы как-то выделялся, не скажу. Но пользу принес команде нормально. Конец тайма, счет 1-0 в пользу кого-то. Не знаю, Олимпа.